Guys, most of you probably know that I am Greek, so I'm very honored to see this statue here in the center of St. Petersburg. This is Ioannis Kapadistria, who served as the first president of Greece. He also served as the Russian diplomat for 18 years. He was invited by the Tsar Alexander I in 1809, and he ended up becoming the head of the Ministry of Foreign Affairs here in Russia. He was a great man of a fantastic, great intellect, and a rare insight, a very talented diplomat, Ioannis Kapadistria. Здравствуйте, вы его знаете? Он на самом деле дипломат. Грек, который служил здесь, в России. Я для себя сейчас сделала открытие. Да, да, понятно. Кстати, вот дальше есть и Греческий проспект, наверное. Да, не случайно, не... Наверное. Да, поставили. Я не задавалась вопросом, почему он так назван. Да, да, да. Это бывает, когда, ну, проходим мимо и не замечаем иногда такие вещи, ну, да? Потому что очень много памятников, понимаете, и пригородов, и потом... Ну, вот я говорю, вот сколько я прожила, уже 80 лет в Питере, и я да. Вот чисто случайно его обнаружила. Что вот такое бывает на свете белом. Понятно, да. Такое бывает. Всего хорошего вам, спасибо большое. Тоже. Всего доброго, спасибо. Ничего хорошего, вы говорите на русском. Вы здесь живете, что ли? Да, конечно, да. Я уже два года здесь живу. Ну, ясно. Ага. Счастливо вам. И вам также, спасибо.